Динамо 2007, после вот этой атаки, давайте о составах обеих команд поговорим. Атака долго развивается, Конана, передача в штрафную, хорошая, удар по воротам, и гол! Вот это да, такой ранний мяч забивают динамовцы. Владимир Иванов, крайний защитник нападающего прямо сейчас. Да, Егор Бурхин играет на своей привычной позиции слева в обороне, а Иванов на левом фланге в атаке. С этим разобрались. Тронь. Да, легко позволяют динамовцам атаковать игроки ФШМ. Еще становится 2-0 уже на 5-й минуте. Да, если так оно дальше дело пойдет, то динамовцы забьют всего немного. И очень много. Константин Дорошенко становится. Да, вот на промежуток времени, когда этого не требуется. Когда надо добавить уже во втором тайме или в самом конце первого. Хорошая передача. Падение. Ну и это уже пенальти. Третий момент, когда динамовский защитник в штрафной падает, судья не игнорирует. И заработал пенальти Арсений Абдулхаликов. Сам же будет его исполнять. Или не он заработал, но в любом случае исполнять будет 10 номер Динамо. А нет, Бурхин. Бурхин заработал, да. И он же будет исполнять. Ну, посмотрим. Динамовцы 2008 года рождения. Свой единственный мяч забили с пенальти. Свою попытку Арсений Хватько реализовал. Посмотрим, сможет ли в эти же ворота забить с пенальти Егор Бурхин. Разбег. Удар с левой ноги. Нет, не забивает Бурхина. Но добивание может успеть сыграть сам же он. И делает это с блеском. 3-0. Показалось до того, как пенальти динамовцы заработали. Абдулхаликов. Абдулхаликов. Мяч под левый, удар по воротам. Браво. 4-0. Ну, просто Лео Месси исполнил сейчас Арсений Абдулхаликов. Смещение в центр и удар. Противоход вратарю. В ближнюю левую 9. Супергол. Наверное, самый красивый. Разочарован наш оператор, прекрасно понимает он, что...